Доброе утро. По сравнению с 22 декабря прошлого года, день стал длиннее уже на целый час и 40 минут. Солнце взойдет через 10 минут. И это первая хорошая новость сегодняшнего утра. С нею вас приветствую я, Наталья Абола. Моя постоянная и настоятельная рекомендация – не уходить из дома без плотного завтрака. Салат и бутерброд – вот подходящее меню для утренней трапезы. Сегодня по болгарскому рецепту для вас их приготовит шеф-повар кафе Joy Pub. Доброе утро, меня зовут Лескан, я шеф-повар кафе Joy Pub. Сегодня мы с вами будем изготавливать салат по болгарскому рецепту. За приготовление нам понадобится маринованная паприка, тунец, яйца, маслины, зеленый лук, чеснок, укроп, лимон, йогурт, маринованные огурчики, оливковое масло. Берем сначала паприку, разрезаем его на длинными кусками, вкладываем в тарелку. Потом берем яйца, разрезаем его на большими кусками, выкладываем сверху паприку. Потом берем рыбу, накладываем сверху маслины, разрезаем их пополам, накладываем вверху рыбу. Берем и чеснок, разрезаем его у нас мелко-мелко, укроп мелко-мелко разрезаем, размешаем его с оливковым маслом и подливаем сверху рыбу. Берем йогурт, добавляем мелко нарезанный огурец. Добавляем оливковое масло, размешаем. Готовое масло намазываем на хлеб. Наше блюдо готово. Наш кафе Joy Pub желает вам приятного аппетита. Интерьер кафе Joy Pub стилизован под национальный колорит. На бизнес-ланч по цене всего лишь 2 лата ежедневно предлагается выбор из 5-7 блюд. Joy Pub работает до последнего клиента, а в субботу и воскресенье круглосуточно. Здесь можно уединиться в отдельном кабинете или накрыть стол для большой компании. Каждого, кто однажды побывал здесь, атмосфера Joy Pub превратит в постоянного посетителя.